Мой дом сгорел, вместе со всеми сбережениями. Были даже какие-то проблемы с полицией, но Эдди все утряс. Страховки на дом у меня не было, так что пришлось пока жить в этой дыре, пока не встану на ноги. Но мне хоть удалось спасти Лео. Он исчез без следа. Вряд ли даже Фрэнк Винчи знал, где он теперь. И хотя Генри не смог выполнить заказ, Эдди все равно взял его к нам, когда узнал, что Лео скрылся из города. У нас с Джо появился новый напарник. Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить игру «Мафия 2». Давайте подойдем к телефону и узнаем, кто нам трезвонит. Привет, Вита, это Генри. Эй! Я тут затеваю кое-что по-крупному. Ты тоже мог бы поучаствовать. Если хочешь, подъезжай в Линкольн-парк, поболтаем. И ствол возьми. Ладно. Ну, до встречи. Интересно, что же замышляет Генри? Одеваем костюмчик и выходим. Так, вспомнить бы, где тут наш автомобиль припаркован. Точно. Гараж вот здесь. Да. И давайте взглянем на карту. Ну, ехать не очень-то далеко. В принципе, мы поставим отметку. Неудача. Я тут иду. Да куда ж вы бежите, ё-моё? Прям под колеса едрить, мадрить. Ох, какая тачка. Слушайте. Она такая бодрая. Так, отлично, нам сюда. Сейчас мы выдвинемся на эту самую точку. Там посмотрим. Видимо, намечается какая-то нехилая заварушка, судя по всему. Оп. А он даже поворот не показал. Козел. Так, ну что ж, вот начало парка, судя по всему. Мы здесь проскакиваем на красный. И где-то тут нужно будет припарковаться, да? Хотя нет, смотрите, сюда можно заехать. Что ж, это замечательно. Все, вот здесь паркуем наш автомобиль. А вот и он. Хай! Как жизнь? Привет, Вита. Садись. Ладно, слушай, я тут немного покопался в делишках Карла. Ага. И единственная причина, почему он убил Клемента, — конкуренция. Тот отбивал покупателей. Теперь ему нужно убрать последнее препятствие. Единственного, кто может помешать ему стать главным поставщиком в городе. Фрэнка Винчи. С чего ты взял? Поговорил с надежными людьми. Ладно, интересно, а мы при чем? Значит, мы можем заняться тем же. Кило героина во Франции стоит 2,5 штуки баксов. Еще 1000 за доставку сюда. И? И мы снимаем 11 кусков просто за развоз по дилерам. 7,5 тысяч прибыли за кило. Да, но как же Фальконе? Он не узнает, а если и узнает, то что? Пригрозит и потребует долю. Ага, но если Карло единственный в городе крупный поставщик, у кого брать товар? Об этом я уже подумал. Что вы знаете о тонгах? Китаёзы? Какая-то организация китайских иммигрантов, да? Я же говорю, китаёзы. Да, но это еще и прикрытие для других операций. Они заправляют китайским кварталом и больше никуда не лезут. Но кое-кто там не прочь вести дела с внешним миром, и тут им нужны посредники. Напрямую работать с китайцами люди боятся. И мы посредники? Да. Для начала нам дадут 10 кило. За сколько? 35 тысяч. А за сколько она уйдет? За 110. Класс! Так, ну и главное, откуда мы возьмем 35 штук? Есть один ростовщик, еврей из Палисада. Он даст нам 35, если вернем 45. Получим прибыль по 20 штук на нос. Неплохие бабки за перевалку с одного места на другое. Ты понимаешь, куда попадет вся эта дурь? А тебе что за дело? Главное, чтоб не в наш квартал. Потому что Винчи был прав. Наркотики — это плохо, они убивают. Слушай, ширяются только дураки и неудачники.
Если им жить надоело, я только рад помочь. Особенно за 20 штук. Я нашел клиентов в гетто. Сбыт они берут на себя, об этом думать не надо. Вы в деле или нет? Я в деле. Вита, не будь дураком. 20 штук за один день. Когда? Сейчас. Если мы не согласимся, тонги найдут кого-то еще. Давай, Вита, все будет в ажуре. Тогда поехали к Бруно. Вита, доставишь нас туда? Он на Палисад-стрит. Ладно, поехали. Да. Не очень хорошее известие о том, что все-таки они решили взяться за наркоту. В машину все не влезут. Это несерьезно, ребята. Блин. Придется угонять тачку. Что поделать? Ну вот, стоит какая-то машина. Сейчас мы ее аккуратненько взломаем. Дьявол. И как раз полиция. Возможно, угонщик. Понял. Это только возможно. Преследую. Кто этот тип, к которому мы идем, Генри? Его зовут Бруно. Он едва ли не один в городе, кто может одолжить столько. Если он нам не даст, тогда что? Тогда сделка отменяется. Но не бойся, я его знаю. Даст. И больше таких бабок нам взять неоткуда. Есть еще трое. Но если ты готов просить 35 штук у Карла или Фрэнка Винчи, вперед из песни. Нет уж, спасибо. А кто третий? Он уже не при делах. Кто-то взорвал здание, где были все его парни. А потом расстрелял его в упор из автомата. А это? Слушай, мы же договорились, не будем об этом. Так что, Генри, этот тип купается в деньгах? Я думаю, он получает бабло от боссов из других городов, что заседают в комиссии. Да? Нифига себе. Ну да, вот почему его не убрать. И, кстати, надо обставить все по-тихому. А ему можно доверять? Конечно, все серьезные люди постоянно у него занимают. Если мы расплатимся вовремя, проблем не будет. Расскажи, что тебе нужно. Сменить номера мне нужно. Ох ты, ё-моё, денег не хватает. Еще один довольный клиент. Беда. У нас всего 37 баксов на счету. Да. Это... Пардон, офицер. Ладно, доедем, а там, я думаю, тачку сменим. А то это не дело, конечно. Рассекать на машине, которая в розыске. Так, 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 полицейский, ты не видел? Мы на месте, тормози. Все. Куда дальше? Сюда, что ли? А, вот дверка. Привет, парни. Мы к Бруно. Привет, Генри. Если вы с оружием, давайте его сюда. Я вас обыщу. Привет, Бруно. Здравствуй, Генри. Чему обязан удовольствием видеть тебя сегодня? Мне нужно 35 тысяч двадцатками. А, это же столько денег, Генри, столько денег. Так и скажи, зачем мне давать столько денег такой мелкой сошке, как ты? Убеди меня. У меня верное дело. К концу недели верну 45 штук. Какое верное дело? Прости, Бруно. Секрет фирмы. Тогда 45 мало. Меня больше устроит 65. Это круто даже для тебя. 50 и не больше. Генри, Генри, у меня нет гарантии, что ты вернешь деньги, а тебе больше не к кому пойти. Так что, скажем, 60. Считай, что это не процент, а скорее
Моя доля прибыли. 55, точка. Иначе и браться за дело не стоит. Идет. Я дам тебе 35 тысяч долларов сегодня, а ты вернешь мне 55 к пятнице. Если не отдашь, долг будет расти на 10 тысяч каждую неделю. Все будет в пятницу. Ладно. Айзек, подготовь 35 тысяч двадцатками. Видишь, я тебе доверяю, Генри, но если надуешь, вспомни мудрые слова из Библии. «И возгорится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, а дети ваши сиротами». Исход. Глава 22, стих 24. Потрясающе. Вид у тебя совсем не богомольный. Но на всякий случай учтите, деньги не мои. Так что даже если вы от меня избавитесь, долг никуда не денется. Так что без глупостей, мальчик. Конечно, Бруно. Спасибо, Айзек. Пересчитаешь, Генри? Поверю тебе на слово и верну все в пятницу вместе с твоей долей. Очень надеюсь. Удачи, мальчики. Ох, и мутно это дельце. Так, надо отправиться на склад Дары Моря. Но прежде нам же нужна новая тачка. Давайте так. О, замечательно. Нас никто не заподозрил. Молодец, Генри. Я же говорил, он даст нам бабки, так? Откуда ты так хорошо знаешь Библию, Генри? Ты что, читал? Я по воскресеньям хожу в церковь. Вот и спросил у священника. Ты ходишь в церковь? Я отлично понимаю, почему ты не ходишь. Много слов, нет шлюх и плохо кормят. Да уж, точно подмечено. Оу, я там 45-го не был. Что? Тебя матушка исповедоваться погнала? Ага, когда застала меня за тем, как я на девку засмотрелся. Упокой, Господи, ее душу. А ты, Джо, когда был в церкви? На Пасху. Ну, неплохо так. В 41-м. Беру свои слова обратно. Ад по тебе плачет. Ты что, только сейчас это понял? Не бойтесь, я вам обоим местечко займу. Знаете, я как-то слышал про ростовщика по имени Бруно. Небось, тот же тип. Да? И что слышал? Ну, знаешь ведь Микки Краба, так? Который сортир чистит у Карла в заведении. У которого всего два пальца на обе руки. Знаешь, почему он такой? Говорят, он задолжал крупную сумму одному жиду из Саутпорта. Дошло? О, да, понимаю. Ха-ха, да ты не волнуйся, краб дебил. С нами такого не случится. Ага. Я думаю, что после этих слов стоит ожидать все, что угодно. Так. Мы так скромненько проедем на красный мимо полиции и не будем привлекать к себе внимание. Смотрите-ка, тут надо объехать, хотя уже точка совсем рядом. Но где-то, видимо, въезд с другой стороны. Вот здесь. Ну что ж, китайский квартал. Почти на месте. Заезжай во двор через ворота. Следуйте за китайцем. Ну-ка. А теперь за мной. Это ты китаец, что ли, Генри? Хай, у нас дело к твоему боссу. Следуйте за мной, джентльмены. Мистер Вон ждет вас. Ну что ж, двигаем. Что-то, мне кажется, будет здесь беда. По-другому, по-моему, быть и не может. А мистер Вонг, по-любому, хитрый, желтокожий азиат. Ну давайте быстрее, а? Чё нам размениваться на вот эту вот ходьбу, а? Генри, держи чемодан крепче, а то долг у нас такой нехилый. С учетом того, что мы без денег.
Добрый день, Генри. Мистер Вон. Перейдем прямо к делу. Ваш чемодан достаточно набит? Посмотри сам. 11 фунтов 20, сэр. 35 тысяч долларов. Отлично, унесите. И давайте сюда товар. Ты хороший человек, Генри. Вот ваш товар. В каждом пакете килограмм. Килограмм — это чуть больше 2 фунтов. Какой будешь проверять? Окей, порядок. Я рад. В следующий раз объем можно удвоить. С вами приятно иметь дело, мистер Вон. Это взаимно. Ну все. Видишь, как просто. Залезай в машину. Самое сложное позади. Осталось совершить обмен, и мы в дамках. Меня устраивает. Куда направляемся? Хантерс, у меня все на мази. Что-то сейчас да произойдет. Это стопудово, ребята. Смотрите, что там валяется-то? Когда до них добрый дойдет, день, господа. А, черт, подстава. Сдается мне, у вас кое-что есть для нас. Бросьте сумки. Хм, какие туфли. Стойте, эти ребята не копы. Убей, урода! Стреляй, Вино! Вино, прикрой нас! Бринга! Ну вот, еще один! Держись! Ого-го-го! Ни хрена себе рвануло! О, у нас есть автомат! Это мега круто! Да, не получается так, как хотелось бы. Ну да ладно. Сейчас мы постреляем тут, малёха. Вито, вынеси дверь! Вито, чёрт возьми, приди! Ух ты, ё-моё! Что это было? Ага, вон еще один. Пошли уже, дверь! Yeah. Так, где он там? Хренася. Ладно, Вита, поехали. Молодец, Вита. А, я такой. Давай, придумай что-то, быстрее. О, вон еще один. Это вообще меня порадует. Прикрой. Кто-то попал. Грохнул. И еще один где-то. Где-то вот здесь. Ну, выходи, проклятый псевдокоп. Или кто ты там? Давай. Ха-ха-ха. Уделали. Правда, патронов маловато осталось, но я думаю, нам хватит. Где его черти носят? Покажи класс, урод! Я захожу. Ты в порядке? Так. Держись. Так. Ерунда. Так. Отлично. Генри, это ты, черт дери. Ладно, Вита, поехали. Поехали. И это все, чем меня порадует? Это попал. Ты просто супермен. Ух. Есть. Давай, быстро, пошли. Погодите, мне патрончики надо. Тут где-то должны быть еще патроны. Ну вот, немножко подобрали. Умри! Какой боевой там. Готов. И кто у нас тут остался? Выходи, сдавайся! Ух. О да.
Блин. Вы посмотрите, горит бензовоз. Так, ну мы садимся в тачку. Давайте, шевелите жопами. Блин, наркоту-то что бросили? Надо было чемоданчики брать и вперед. Да, это дело нехорошо закончится. Ты будешь прям как моя бабушка. Господи, да расслабься ты. Ах ты, чуть не вляпались. Это еще не конец. Они гонятся за нами. Черт, оторвись. Ну же. О нет, все, нас зажали. Я не могу ни вперед, ни назад. Ну, давай, помогите мне. Давай, быстро, пошли. Да я бы рад, но тупо не могу. А, у нас колеса лопнули. Давай, 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 давай. Давай, машинка. Ладно, Витя, пошел, пошел. Слушайте, что-то она ни хрена не едет. О, ну наконец-то вырулили. Это что такое было, Генри? Без понятия. Наверное, кто-то узнал о сделке. Копы точно были ряжены. Может, китаёзы решили нас надуть? Сомневаюсь. Слушай, я разберусь, но сперва надо сбыть товар. Вито, гони к старому складу на Хантерс. Надеюсь, в этот раз все пройдет лучше. Не сомневайся, хуже уже некуда, правда? Кому мы толкаем товар? Разным ребятам. Эй, в каком это смысле разным ребятам? Разным ребятам. Ты что, оглох, что ли, от всей этой пальбы? Я что-то слышал про просто перевалим товар с места на место. Но если продавать по чуть-чуть, то бабла-то больше. Я бы предпочел это знать до того, как подписался на дело. Судя по тому, как ты в парке трясся, ты вообще не пошел. Да, именно. Слушай, так как есть. Максимум, на что ты можешь рассчитывать, пахать 30 лет жизни на Эдди Скарла, пока тебя не уберут или за решетку не загремишь. Ты в жизни такого бабла не увидишь, если будешь сидеть на заднице. Когда я плохое советовал? Ну, с талончиками, и когда нас чуть не угрохали, пока мы мочили того жердяя на Сент-Айленде. Ладно, ладно, хватит. Завтра это уже будет фигня. Поехали в Хантерс. И не волнуйся, сегодня мы видим эту шваль первый и последний раз в жизни. Разве что плотно этим займемся. О, слушай, давай разберемся с первой партией, а потом будем планы строить, ладно? Ну да я просто сказал. Вито прав. Давайте просто доживем до вечера. А потом все будет в ажуре. Ага, хорошая идея. Не, ну, подрихтовали нам машину зачетно. Давайте посмотрим на карту. Ну, ехать совсем недалеко, так что не будем упускать эту возможность и перескакивать этот момент. Да, плотно за них взялись, конечно, но мне кажется, добром это дело не кончится. Раз все началось так не слишком удачно, то тем более и рассчитывать на успех, наверное, не стоит. Да. Надо машину менять однозначно. А то скоро бампер отвалится, багажник и все остальное. Так. Проскочили, проскочили. Оу, е. Так, здесь налево. Мы на месте. Говорить буду я. Это крутые парни, так что без этих ваших шуточек. А, Джо? Привет, парни, как дела? Сходи. А, черт! Хорошая дурь! Мы это сделали! Мы сорвали банк! Эй, не гони волну, еще не все. Что такое мрачный, Генри? С каких пор деньги тебя не радуют? Вот расплатимся с Бруно и поделим остатки. Тогда и будем веселиться. Ладно, ладно.
Что, даже на чай не дашь? На чай? На чай не дам. Только на водку. Закрой дверь с той стороны. Вежлив, как всегда, Андрей. Просто вали уже нафиг отсюда. Эй, Джина, хочешь ко мне? Эй, тут и втроем можно. Да и вчетвером. Ну что ж, друзья, продолжим мы с вами уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте оставлять комментарии, ставить лайк. И до скорых встреч!